Перед тем, как отправиться на линию по 240-му маршруту, водитель с 30-летним стажем Павел Гончаров ждет, пока его эталон обработают специальным аэрозолем. Препарат называется «Стерили», он не содержит ни спирта, ни хлора. Они позволяют дезинфицировать автобус от ОРВИ, от гриппа, от различных других болезней. Что самое важное, эти средства не содержат спирта, не содержат хлора. Да? Мы заботимся о том, чтобы эти компоненты человеку не вредили. Правда, чтобы максимально обезопасить автобус от распространения разного рода инфекций, этого не всегда достаточно. Я, например, стараюсь каждый полурейс по окончанию рейса пройти по салону, проверить, если там крупный мусор, что часто бывает, я всегда собираю и выношу. Естественно, после работы подметаем, но вы видите по салону, я стараюсь смотреть за машиной. И когда сдаю напарнику машину, это уже идет полная мойка, заезжаем к себе на моечный комплекс, моется снаружи, моется в салоне, потом сушим. Еще один фактор здоровой атмосферы в общественном транспорте – некурящий водитель. Далеко не все автопредприятия контролируют свой персонал в этом вопросе. Я в салоне не курю. Дело в том, что периодически выезжают начальники колонны, контролируют. У нас на конечную ноги заезжают, допустим, пассажиры вышли, он сразу закурил. Я не курю, но можно выйти, у нас есть диспетчерская, там выпить кофе. Усиленный режим поддержки чистоты в автобусах объявлен обладминистрацией на период с 15 по 23 ноября. Через некоторое время санитарную акцию повторят. Впрочем, и без указаний сверху автопредприятия понимают зону своей ответственности. К счастью, все перевозчики с пониманием подошли к этой ситуации. Они прекрасно понимают, что они перевозят пассажиров, то есть граждан Украины, граждан Одесской области. И как бы с пониманием подошли, и у нас не было проблем с этим. Все перевозчики правильно отреагировали и соответственно как бы произвели для этого мероприятие. Виталий Хемий, Григорий Евич, телеканал «Репортер».